Здравствуйте, меня зовут Виталий Подаш. На данный момент являюсь механиком удачинского дорожного участка МУАД. В апреле 2024 года к нам поступило 4 единицы автогрейдера. На предприятии приняли технику и теперь испытывают ее. Сегодня автогрейдеры отечественного производителя обслуживают временный технологический проезд Верхнемунского месторождения. Модель DZ-250 – модернизированная версия автогрейдера DZ-98, который знаком дорожникам «Алроса». По словам механизаторов, благодаря просторной кабине с кондиционером и камере заднего вида работать на DZ-250 удобнее, а за счет установленных на платформе поручней – безопаснее.